Уходящий год назвали самым созидательным в истории Татарстана. Развязки, дороги, аэроэкспресс, станции метро, спортивные комплексы и больницы. Всего построили и отремонтировали 530 объектов. Итоги работы и планы на будущее обсудили сегодня на коллегии Министерства строительства и ЖКХ Республики. Василия Хузина с подробностями. В 2013-м Татарстан по-прежнему лидер по объему жилищного строительства в Приволжском округе. Сдали 2 миллиона 400 тысяч квадратных метров жилья. И все же знаковым событием года стала, конечно, универсиада. Для проведения игр построили и реконструировали более 500 объектов. Появились новые развязки, дороги, станции метро, спорткомплексы, медицинские центры и многое другое. Образ столицы изменился до неузнаваемости. Такой ударно-строительный год, наверное, был только после захвата Иваном Грозным Казани, когда вдруг вот одновременно нужно было за один год построить такое большое количество храмов. Не менее грандиозные планы и на будущий год. В республике построят более 9000 домов. Акцент на эконом-класс. Уже выделено 8 федеральных земельных участков. Через аукционы реализовано 7 земельных участков площадью более 150 гектаров. И один земельный участок передан жилищно-строительному кооперативу, где уже сегодня мы построили жилой дом для участников, представителей бюджетных учреждений, врачей, значит, учителей. Кроме того, новоселами станут IT-специалисты. В Челнах резидент особой экономической зоны Алабуга и специалисты Иннополиса. Начнется новая долгосрочная программа по капремонту. Продолжат работу и метростроицы. Начнут возводить станцию Дубравная. Василия Хузина, Дельмин Дубаев, Вести, Татарстан.